микрофон. Подождите. Поняла. Ну и как твоя подписчица? Я тебя очень давно читаю.
Да, я тебя очень давно читаю, у тебя очень откровенные посты, ты вот прям из глубины души пишешь очень многие вещи. И вот у тебя не было такого, что вот люди в комментариях могли, там, не знаю, грязью облить, вот прям надавить на больного? Вот как ты на это все реагировала, как ты с этим справлялась? Да, это и сейчас, по сей день происходит регулярно, конечно же, сложно, морально. А раньше, если ты давно подписана, я думаю, ты должна помнить, как я реагировала. Это было в ответ 1000 сториз, 150 оправдательных постов. Но потом постепенно я перестала просто обращать на это внимание, когда тебе одно и то же говорят, и уже ты видишь, что это специально. Как мне вот под каждой фотографией сейчас говорят, ты знаешь, что это как бы мне задевает за живое, ты поправилась, ты толстая. И я вот захожу и понимаю, это бред, да, как бы они пишут это специально. Просто нужно уметь фильтровать, да, информацию, пускай будет, да, даже негативную. Так оно и есть на самом деле. И не воспринимать негатив, который вот чисто вот просто вот сказанул и ушел. А раньше я это воспринимала. Все приходит. Да, я поняла. И последний вопрос, когда ты уже стала таким популярным крупным блогером, очень сильно поменялась твоя жизнь? Внутри точно ничего не поменялось. Какие-то материальные вещи были приобретены, да, там, покупка квартиры, машины. Но это больше не из-за популярности, это больше из-за моей работы, что я заработала, да. И это не было вот так, по щелчку пальцев. Если бы это было по щелчку пальцев, может быть, что-то не изменилось во мне. Но это было достигнуто огромным трудом, поэтому все это воспринимается так, как есть. Я вот как в маршрутке 4 года назад ехала, так вот вчера, там, неделю назад на Бали так же то есть ничего не меняется. Ну, просто тайно замечательно. Спасибо тебе огромное, спасибо. Дочек, который спасибо, очень приятно. Спасибо. Ты как, можно сказать? Конечно. Спасибо большое, очень приятно. Давайте. Ну, мне цены стоят, за меня лучше. Вот об этом я и говорю. Нет, да, это только ты замечаешь на самом деле. Никто этого не замечает, кроме тебя. Вот ты мне сказала, я даже ничего не поняла. И мне этому тоже нужно научиться. Да, кошечки можно. Я тоже к вам хочу. Сейчас. Да. Ну, давайте меня посмотрим. А вы меня потом заметите. Ага, зафоткалась за меня, да? Сейчас я телефон выключу, а то у меня уже тут это. Можно? Я, короче,